Всем приветики. Хочу показать свои настройки этого монитора. В общем, подключение у меня по HDMI. Звук у меня громкость 100% здесь всегда. Уменьшаю я уже в системе. Подключение можно либо по HDMI, либо по аудиовходу. Дальше у нас идет режим просмотра. Стандартный выбран. Ну и можно менять в зависимости от того, что нам надо. Настройка цвета у меня. Так, идет, получается, контрастность 65, яркость 75. Цветовая температура, теплое цветовое пространство RGB, диапазон цветов ограниченный. Потому что при полном оно немножко блекнет. Ручная настройка, резкость 1/2. Синий фильтр максимальный, соотношение сторон 16:9, заполнение экрана выключено, стабилизация черного 90%, расширение DSR, это яркость типа при определенных условиях выключено, время отклика улучшенное, и последние настройки, язык, естественно, русский, информация о разрешении включена. Общая информация, таймер этой менюшки, минута, фоновый экран на меню, да, индикация питания, да, автовыключение нет, режим отключения нет, режим эко стандартный. Кстати, вот показывает, сколько экономит энергию на, ну, типа, насколько идет энергосбережение, ну, сколько тратит энергии, в общем, 88% энергии тратит, а сберегает всего лишь 12%. Автоопределение, кстати, если подключить по DisplayPort, еще какие-то дополнительные настройки появятся. Автоопределение включено. Это режим управления через видеокарту включено. Ну и все. И все. И вот такая вот картинка. Вот он монитор. Такая вот картинка у него. Сейчас можно даже выключить свет, чтобы не мешало. Такая вот у него картинка. И можно даже сделать такие вот картинки. Красивые. В общем, так неплохо смотрится на самом деле. Красивенько. Как неплохо, красивенько смотрится. Прям приятно. Я специально выбрал такие изображения, которые смогут порадовать глаз. Ну и, естественно, можно все настроить. То есть, допустим, вот если выбрать вот это, тут еще типа избранное, это стандартное. Можно выбрать, допустим, игра. То есть стандартно вот так смотрится. Желтеет немножко. Игра. Прям такое, прям чувствуется разница. Они как будто бы уже, тут они как бы такие, прям видно, что розовые, тут уже даже и не розовые какие-то. Фильм практически ничего не меняется, интернет. Ну, почти что как у меня был, только цвета темнее. Текст, Mac, Mono. Ну и вот с такими вот настройками можно смотреть. Игра. Сова. Хотя не видно разницы. А вот разница, если включить. Либо такая, либо такая. Ну, тоже каждый сам решает, что ему надо. Так, конечно же, даже красивее как-то. Прям такая совушка. Красивая. Тут тоже стандартная вот. Это вот то, что я настроил. А это вот игра, то есть, ну, вот это мои настройки, это вот предустановки игры, фильма. Хотя игра от фильма не особо отличается. Это вот фильм, это игра. Даже вот сейчас красный в фильме как-то получше смотрится, игра ярче и мой. Вот так. Ну, я делал именно такие настройки, чтобы именно как-то вот глазам легче было, типа. Ну, то есть максимальное для глаз, типа. То есть он такой вот немножко зажелтяет. Вот. Это мои настройки. Это вот с
сразу, как меняется картинка. Ну, мне даже кажется, вот так вот получше видно, чем вот это вот идет черноты много. Хотя каждому свое. Хотя, как бы, вот это у нас фильм, это игра, а это мои настройки. Не, так, безусловно, красивее намного, чем мои настройки. Мои вообще какая-то муть. Вот это вот, да, намного красивее. Да, но я для себя хотел именно, чтобы... Ну, то есть, чтобы именно глазам было удобно. То есть, вот они... Ну, так красиво, конечно. Цвета такие прям... Прям красивые. А вот мои настройки. Тоже немножко... У меня идет все, в общем, зажелтяет. То есть, по идее, для глаз это будет лучше. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.